Так, перезапустились. И погнали смотреть. Ну чё? Чё скажете? Видно, чё нет? Теперь подлагивает имха. А что, а кто еще что скажет? Дропы есть? Дропов нет. У меня дропов нет, и у меня игра идет плавно. Ну, то есть как бы... Видно, конечно, но теперь стрим лагает. Ладно, хорошо, сейчас я тогда сделаю по-другому. Я тогда сделаю исходящее разрешение, все-таки не Full HD. Не дорос еще Сережа до Full HD. Придется сделать рескейл. Но я попробую сделать рескейл не в полтора раза, а на четверть всего лишь уменьшу его в 1.25. Может быть, поможет. Я понял, у меня видеокарта, ребята, у меня видеоадаптер стоял неправильный. У меня стоял не тот видеоадаптер. Она захватывала его через интеловскую встроенную видеокарточку. Так, давайте-ка еще раз быстренько по сеттингам пробегусь. Где у меня еще какая фигня стоит? Так, здесь все нормально. Здесь все нормально. Здесь теперь все нормально. Ну, звук и... Advanced-то я никогда не трогал. Ракету включи, ракета включена.